знает, сегодня ночью, ну, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Гиперзвуковая система «Циркон» — это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Это, да, испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, повышении ее обороноспособности. Гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».
Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики. Войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве.